Всем привет, мы сегодня с вами в второй главе рассмотрим баг с двумя мамочками. Давайте стартовать. Это уже будет второе видео по совершенно другому месторасположению двух мамочек. Мы сегодня с вами даже увидим три мамочки одновременно. Пока что увидим одну, которая нам не разрешит залезть на турник. Мы такие подползаем. Кстати, можем даже не смотреть. И она пока что не прыгает. Поднимаем взгляд. Мамочки нет. Теперь она нас выгнала. Смотрите, трубу оторвет. И она внутри почему-то запаянная. Мы даже с вами с этого момента начнем смотреть интересные моменты. Потому что мамочка сейчас исчезнет. Видите, она ведет обратный отсчет. Мы с вами прыгаем вниз. Просто здесь постоим. Что? 4-5-4-5? Все исчезло. Побежали. Она лишь настолько... Что? Как это? Она забаговалась. Она же исчезает из этого места. Произошел очень мрачный момент. Как такое возможно? Она же исчезает. Смотрите. Турник. С ним можно даже попытаться повзаимодействовать. Пока мамочка не появилась. Труба запаяна. Еще раз смотрим. Сейчас мамочка нам откроет эти раздвижные ворота. И смотрите. Мы можем от мамочки просто убежать. Что? Она сказала ту. То есть она не досчитывает до конца? Смотрите, пока что мамочки нет. Идем по лестнице. Ее нет. Аж страшно, я не знаю, в какой момент она нападет. По идее, ни в какой не должна. Почему она до этого напала? Видите, ворота закрыты. А она напала на нас. Что же произошло? Это было очень интересно и мрачно одновременно. Что здесь был рычаг? А, огнетушитель. Моделька такая интересненькая. Нас может затянуть в шреддер. Предостерегают. Мы сейчас сами направляемся к самому багу. Смотрите, красная стремянка. В игре обычно желтые. Это какая-то пасхальная стремянка. Ничего себе, мамочка напала. Пробираемся через систему труб. Идем к красному одеялу. Спрыгнули в нижний отсек. Здесь мы видим изображение кота, который любит леденцы. За нами самое интересное, что никто не гонится. Так, мамочка, тебя очень сложно взять. Ничего себе, как далеко прошел. Все, мамочку взяли, если прыгнуть. Ладно, лучше заранее взять. А то игра забагуется. За этой дверью уже находится кнопка синей рукой. Где мы тоже получаем двух мамочек. Но у нас сегодня получение двух мамочек совершенно в другом месте. Вот желтая стремянка, стандартная по игре. Но мы с вами сегодня видели уже красную. Давайте красный, синий, зеленый, желтый. Красный. Синий. Зеленый. Желтый. Сработало. Эту мамочку мы сами сейчас не оббежим. Я еще вам буду показывать способы, как можно мамочку оббежать. Не только получить две мамочки. Можем бежать спиной, так будет эффектнее. И все, и поднимаемся. Ждем. Пробежал до дверей. Вернулась обратно. Прыгаем, ее уже нет. Смотрите, написано B2, то есть это отсек номер 2. Как я и говорил, похоже на отсеки подводной лодки.
Эта дверь закрыта. Что у нас здесь за предостережение? Что мамочка боится огня, смотрите. Be careful around. Она не может свою руку засунуть, потому что там огонь. Давайте возьмем деталь. И, кстати, нам через огонь можно ходить. Но главное в него не вступать. На сами элементы, которые у нас нагреваются. Вот сюда нельзя вставать. Перепрыгивать можно будет. Сейчас вам покажу. Поджигаем. Специально прямо ставлю. Да может даже пройти. Видите, не страшно. Главное не стоять. Одну дверь закроем. Это у нас 3D принтер, который печатает металлические детали. Такие в реальности тоже есть. Все. Данную дверь мы с вами будем закрывать. Ставим детальку, которая была потеряна. Мы ее напечатали. Кстати, а что если уже попробовать мамочку обойти? Первую. Ведь она сейчас появится. Мы сейчас с вами постараемся катить на нее бочку. Вот, смотрите. Как вот только залезть по-тихому. Пока что на перила. Заметит ли меня или нет? Можно, конечно, находиться на трубе. Аккуратно, мамочка будет справа. Нет, заметила меня таки. Бежит за мной. Кстати, а я сюда запрыгнул ради прикола. Убежала, типа. Что? Она через стену пришла. Это как такое возможно? Давайте прям загрузимся во время шипения. Это тоже интересный момент. У нас шипение продолжается во время игры прямо. Мы сегодня с вами еще пытаемся параллельно мамочек оббегать. Я покажу некоторые места, где это можно сделать. Так, это было, кстати, страшно. Она убежала, потом вернулась за мной через стену. Как такое возможно? Кстати, а можно же успеть? Вот что сделать. Смотрите. Поджигаем просто в наглую. И только после этого бежим с деталью. Печка заработала. Да, кстати, да, у нас есть фора. Проходим по огню прямо в наглую. Да, у нас очень много времени. Чуть ли не вышли во время огня. Деталь ставим. Рычаг дергаем. Сейчас еще раз попробуем. У нас есть вообще интереснейшее место одно. Что можем мамочку обойти. Так, я вообще тогда подальше убегу по трубе. Мамочка там пока стоит, вот она. Все, побежала. Мы рядом пробежим. Жесть какая. Я рядом просто пробежал. Где мамочка? Возвращается за мной. Вау. А почему ты тогда просто убежала? У нас сегодня самое страшное видео с разбором мамочек. Это прям настоящий страх. Но даже здесь я нашел место, где можно спрятаться, пока мы его не проверяем. Уже заранее поджигаем. Кстати, давайте дверь откроем. Поджигаем, пусть горит. Загорелось, вообще не торопимся. Спокойненько идем, даже без шифта. Заряжаем. Ну-ка. Успела приготовиться? Успела. Прикол. На грани. Вот это я понимаю риск. Руку бросаете на рычаг. Дергаем. Смотрите, вот в этом месте, где идет красная полоса, можно от мамочки спрятаться. Но сначала мы с вами попробуем все-таки не прятаться. У нас сегодня самая главная задача, это вообще посмотреть на двух мамочек в игре. Ух ты, йоу, что я такое сделал? А, так я, скорее всего, могу уже изначально идти здесь. Она все равно проснется. Да, проснулась. И пока что бежит не туда, смотрите, пробегает мимо. Но заметила таки. Ждем. Я прыгаю. Она была сверху, все-таки напала. Двойная смерть. Я разбился, и она на меня все равно напала. Хорошо, сейчас попробуем от нее здесь спрятаться. Но я в данном месте с красной полосой прятался от второй мамочки, не от этой. Попробуем спрятаться и от первой. То есть поджигаете спокойненько. Берете деталь, открываете дверь.
У вас времени навалом. Идете без шифта. Такие, что за печь? Ставите детальку. И ваша деталь создана. Витя, нам нужно от мамочки прятаться в печи. Что? А я постараюсь спрятаться здесь, у красной линии. Все, нарываемся на мамочку. Нам потому что две мамочки в игре не получить. Нам нужно все равно попадаться. Иди ко мне. Все, встаем сюда. Первая мамочка здесь ловит. Электрическая рука. Приколюха. Активировал рычаг. Ух, йоу. Вот это была жесть. Активировал рычаг, и дверь не открылась. Все, забираем бочку. Опять-таки, у нас сейчас мини-экспериментик. Мы сами две мамочки лишь только в теории получим. А потом получим по-настоящему. Перемещаемся по трубе, лучше на шифте. Ах ты хитрая. Здесь две мамочки не добываются. Мы сами уже подбираемся к основной задаче. Заброс. Пусть пока печка горит, мы даже спокойненько откроемся. Ну-ка, на перила. Не залезает. Печка пыхтит. У нас электрифицированная рука. Мы сами дергаем рычаг ради прикола. И ставим шестеренку. Еще раз. Вот сейчас и двери поднялись. Пугаем первую мамочку. Все уже будет в паутине. Ладно, закрываемся на всякий случай. Вы можете по полминуты видеть белый экран, если вас убьет огонь. А почему сейчас не работает, непонятно. Все. У нас пока что ни одной мамочки вообще нигде нет. Нам с вами нужно попасться для начала первой мамочке. Вот, смотрите. Она пошла, мы специально ей попадаемся. Теперь нас заспавнили у рычага. Первая мамочка находится у стены. Это прям вообще мега курьез. Больше мамочек мы сами не видим. Смотрите, что дальше. У нас есть два варианта. Дергаем рычаг. Вторая мамочка, но мы пока что этого не поняли. Встаем просто здесь. Как вообще такое возможно, непонятно. Как такое возможно? Она куда-то залезла под потолок. У нас даже не обрушился он. Можем даже сюда сбегать. У нас не было обвала. Это ж фантастика. Нам как будто бы открыли двери. И мы можем возвращаться обратно к той самой двери. Сейчас даже проверим, что будет. Вот мы идем. Но здесь перекрыто паутиной. Мы не можем активировать. Мы сейчас с вами посмотрим на двух мамочек. Вот первая мамочка. А вот сразу же вторая. Мы сейчас с вами даже на бочку залезем. Вы представляете себе, как можно встать идеально, что нас никто не видел? Тут единственное, что очень шумно. Мамочка как будто бы делает селфи. Вот. Первая мамочка, и тут же вторая. Прям тут же. Ну это, в общем, фантастика. Так, где нога? Смотрите, вот же.
Давайте к самой первой мамочке сходим, которая так и не активировалась. Вау. Вторую тоже видно. У нас превьюшка может быть какая-нибудь хитрая. Кстати, я могу, в принципе, даже на нее прыгнуть. Мамочка, привет. И мы с вами разбились. Опять-таки загружаемся, не дожидаемся, пока экран прошипит. Смотрите, как еще может быть. Мы с вами дергаем рычаг издали. Эту мамочку сразу видим. Это уже даже, можно сказать, неинтересно. Это все замечали. Этой мамочки еще не появилось. Смотрите, какой еще прикол есть. Мы с вами активируем дверь и не заходим до конца. Все. У нас уже нет обвала. Я открыл дверь и встал здесь в проходе. Второй мамочки сейчас быть не должно. Вот видите, ее нет. Есть только первая. Нам нужно с вами дойти до рычага. И тогда потянется рука. Все, рука потянулась. Это же просто курьез. И теперь у нас снова две мамочки. Сейчас опять воспользуемся бочкой. Самое интересное, что обвал пропадает. Бочка, бочка, бочка. Это ж курьез. Так, я в руку мамочки врезался, что ли? А, тут ремни. Мамочка лезет прямо куда-то под потолок. Она пыталась нас пугать. Но не очень-то и страшно. Смотрите, она селфи делает нами. Получается, мы телефон. А там вторая мамочка. Также можно получить момент, при котором у нас будет три мамочки одновременно. Но одна из них будет, конечно, бежать. Подходим сюда, дергаем. Побежала первая мамочка или вторая, непонятно уже какая. Здесь одна есть. И вот еще одна, смотрите, их как бы три видно одновременно. Встаем сюда, недалеко. Что мы за ней бежим? Это какая-то жесть. Да перед нами прям обвал исчез. Ну-ка, если дверь открыть. Бежит по стене. Это просто чудеса. И вот они, две мамочки. Мамочки, привет. Дернули. И сейчас запрыгнем. Вот, смотрим. Трех мамочек видим одновременно. Вот они, вот они, вот они. Жестяра. Три мамочки были даже в видео. Очень темно, разве что. Искусственная яркость. Да давайте. Потом все обратно верну. Потому что две мамочки — это круто, а три еще круче. Нам нужно с вами бочку размещать до вот этой ленты, которая раскручивает маховики. Мы запрыгиваем и дальше идем. Все. Сами должны находиться недалеко. Мамочку активировали. Залезаем. Ух ты, йоу. Три мамочки, вот они. Все, это выполнено. Яркость я вернул. Давайте напоследок еще раз посмотрим, как же мы с вами можем спрятаться от мамочки. Один, два. Вот третья. Прям в одном месте. Можем здесь спрятаться. Просто встать в угол. И уже за ней бежать сразу же. Фантастика, вот она залезает. И меня не трогает. И есть еще один вариант. Первая. Вторая. Третья. Все в одном месте, вот они. Убегаем к двери. Так, это вообще четвертая. Все, исчезла. И проход тоже исчез. А эти две мамочки так и остались, конечно же. Потому что они знали, что мы отсюда убежим.